Истребитель Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем у границ России. Об этом сообщает Минобороны. Цель была замечена средствами контроля воздушного пространства. Экипаж поднялся в воздух, приблизился к объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим». Он летел с отключенным передатчиком-транспондером, а это против правил. Иностранцу пришлось ретироваться, а Су-27 вернулся на аэродром.